Всем привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас очень необычная встреча. Я буду вам показывать, как сделать быстро эффектную классную прическу. Если, например, у вас нет под рукой парикмахера, оно нужно выглядеть на 100%. Ну что, готовы? Нам нужна будет расческа, несколько шпилек. Ну, знаете, да, что такое шпильки? Резиночка. Ну, вот такие шпильки. Резиночка для волос. И руки. Ну и сами волосы, конечно. С чего мы начинаем? То есть нужно расчесать хорошо волосы по всей длине, чтобы они не были спутанными. Далее, смотрите, я беру часть волос, перекидываю на эту сторону и выбираю, чтобы было красиво. То есть не слишком далеко, но и не слишком посерединке. То есть чуть-чуть отделяю. И вот эту часть я счесываю вниз, знаете, такая широкая челка, и вот проверяю, сколько по толщине, то есть должно быть не слишком много, ну и не слишком мало, то есть достаточного такого количества должно быть. Мы эти волосы можем пока соединить резиночкой, чтобы они нам не мешались, то есть мы их отделяем вот так вот, а остальные волосы берем и делаем высокий хвост. Аккуратненько поднимаем, расчесываем. Я думаю, что высокий хвост любая девушка может сделать. Он должен быть аккуратненький у нас, хвостик этот. То есть аккуратно его тут по бокам, то есть хорошенько прочешите, потому что это очень важно, как будет лежать у нас прическа. Так, сеги путаются в волосах. Когда волосы очень длинные, конечно, с ними тяжело справиться. Но я справилась. Итак, беру эту же резиночку и делаю хвост. Вы можете делать вместе со мной. Потом напишите обязательно в комментариях, что у вас получилось, довольны ли вы этой прической. Кстати, у нее тоже может быть несколько вариантов. То есть я сделала хвост, вот он у меня готов. Обычно я беру резинку пошире, но что-то я ее сегодня не нашла. То есть вот хвост подняли, проверяю, что везде он у меня тут вот по бокам гладенький. И весь этот хвост я беру и делаю просто кукульку. Просто обычно можно побольше ее сделать, подначесать хвост, можно поменьше, то есть как вам удобно. Эта же часть волос у нас остается все еще здесь. То есть накручиваем такую кукулечку аккуратненько. И вот для чего нам нужны были шпильки, вы уже догадались, это чтобы закрепить кончик хвостик кукульки, чтобы он не выбрался. Все, первая часть готова. Это было самое сложное. Берем дальше, берем эту прядь, аккуратненько ее причесали, и вот таким образом, смотрите, мы ее поднимаем, вот так, я даже, видите, сзади себя не вижу, аккуратненько выкладываем, чуть-чуть тут подкручиваем, и я прячу ее под основную прядку. То есть видите, как получается, я вот волосами как челку, как волну сюда увела, кончик мы запрячем, куда прятать у нас место есть, слава богу, да, то есть мы с вами сделали эту кукульку, мы все спрятали, и тут нам нужны будут шпилечки, все подтягивайте, упрятывайте хорошенько. Тут нужна шпилечка будет, чтобы вот этот вот хвостик запрятать тоже. Мы его прячем аккуратненько. Одна-две шпильки, ну сколько вам нужно будет, используйте. На самом деле много не надо, потому что если они воткнутся куда-то в голову, там будет некомфортно. Вот, мы сделали вторую часть прически. То есть вот так получается. Очень красиво вот это место. Если есть возможность, может, у вас зеркало такое, как трильяж, то вообще очень удобно смотреть на себя еще по бокам.
Вот, у меня такого зеркала нет, кстати, но это моя прям мечта. Все, уложили, проверили, что все хорошо, где-то там поднять, натянуть. Все, вот у нас готова прическа. И берем пару цветочков каких-нибудь и добавляем. Как раз мы спрячем все шпильки, все хвостики и добавляем в прическу пару цветочков. Вот и все. Смотрите, у меня на все с разъяснениями ушло 5 минут. Представляете, если это делать быстро, самостоятельно, то за 3 минуты вы сделаете себе классную причесочку. Что еще можно сделать? Можно накрутить какие-то завитки, где-то выпустить их, если у вас волосы не слишком длинные, подкрутить завитки. Локоны, они всегда в моде. Можно вот эту часть... Проверяла, карандаш не смыла... Можно вот эту часть заплести широкую косу и плоскую, да, с растяжкой, и тоже ее уложить по кругу, но я, может быть, покажу вам это в следующий раз. Вот. Жду от вас отзывов. Всем прекрасного настроения, красоты, супер причесочек. С вами была Лилия Донскова. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайк. Мне это очень приятно. Пока-пока!